Со стороны департамента транспорта проводятся с частными перевозчиками ежедневные встречи, беседы, инструктажи. На сегодняшний день выход транспорта, общественного транспорта на город, составляет порядка 65%. Коммунальное предприятие, это КПГ, практически 95%. Одна из самых больших проблем, которая существует сейчас в городе, это даже не экономическая составляющая, это психологическое состояние наших водителей. Для того, чтобы помочь им, коммунальное предприятие выводит практически всех имеющихся сотрудников для того, чтобы они находились на остановках, на конечных пунктах и помогали водителю перевозить не более 10 пассажиров. Со стороны департамента транспорта тоже весь личный состав департамента, в том числе инспектора паркования, они выведены сегодня на основные пассажирообразующие остановки, на практически на все конечные остановки и помогают водителям, помогают... Кто это делает? А? Кто это делает? Это делают наши сотрудники и сотрудники, коммунального предприятия. В случае, если будет принято решение об остановке общественного транспорта, нами уже сегодня разработано 10 схем новых маршрутов, которые соединяют все спальные районы, все магистральные улицы с центром города. На сегодняшний день у нас есть список из 173 сотрудников мэрии, которым необходимо будет обеспечивать доставку на работу. Пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к тем, кто еще не передали нам списки, пожалуйста, передайте, для того, чтобы мы смогли обработать их и, если в случае необходимости, немного изменить уже проложенные маршруты. Те департаменты и коммунальные предприятия, которые уже сейчас начали заключать, у нас есть информация с перевозчиками частными, какие договора о доставке своих сотрудников, просьба также дать нам эту информацию, для того, чтобы мы ее смогли обобщить и передать в управление патрульной полиции списки, маршруты, номера автобусов, для того, чтобы патрульная полиция могла контролировать и не задерживать эти автобусы, когда они будут доставлять сотрудников.